Репетиция большой уборки уже началась. Активные уссурийцы готовятся к грядущему субботнику и прихорашивают свои дворы. Управляющая компания «Городок» тоже готова задействовать все силы 25 апреля. Сейчас ее сотрудники латают стальные ограждения вокруг клумб, проводят обрезку деревьев. Но впереди еще много работы. К завтрашнему субботнику у нас вывесено везде объявление. Везде мы с домкомами обговорили, что завтра провести субботник, так как и общегородской субботник у нас проводится в Уссурийске. Закуплено у нас известь, гашеное тесто около тонны. Также по заявкам домкомов у нас закуплена краска, все, что хотели, инструменты. Приводить в порядок Уссурийск будут и городские предприятия. Много работы у теплосетей. Нужно облагородить территорию котельных, тепловых пунктов, убрать мусор под километрами воздушных теплотрасс. Сотрудники предприятия уже приводили в порядок некоторые объекты на пробном субботнике неделю назад. В прошлый субботник мы убирали в основном улицу Ленинградскую. Сейчас пойдем уже дальше на другие объекты. Ну и кроме всего прочего, также будем помогать и городу на скверах, в частности по улице Агеева в районе 13-й котельной. Там есть сквер, который также наши работники будут очищать. Во дворе дома по Пушкина 63 жители-активисты убрали листья и побелили бордюр. Завтра нужно покрыть известью деревья, покрасить скамейки, детскую площадку. На работу здесь никто не жалуется. Вот только за двором ухаживают одни пенсионеры. Мы очень хотим, чтобы молодежь больше участвовала активно с нами. Выходили, детей своих учили. Детей приучали, чтобы они не портили ничего, а наоборот что-то делали, помогали старшему поколению. Когда дети будут работать, тогда и во дворе будет порядок. Администрация округа призывает всех уссурийцев, все предприятия и управляющие компании поучаствовать в общегородском субботнике 25 апреля. Если в работу включится каждый, то наш город вновь будет претендовать на титул самого чистого в Приморье. Виктория Сарада, Евгений Талов и Матвей Мугер, Телемикс.